И всем привет, с вами Кая Тякар, и вашему вниманию пришла новая машина Mitsubishi Pajero Sport черного цвета. Это одна из самых последних машин, которую можно везти в России. Машина 2020 года выпуска. Наш автомобиль имеет бесключевой доступ. Okay, let's go! Этот автомобиль имеет настоящую кожу, а не кожу зам. Имеется электропривод сидений. Включаем. Автомобиль имеет красивый монохромный дисплей. Также имеется мультиру со всеми кнопочками. Также автомобиль имеет люк с электроприводом. Как во всех Pajero, стоит восьмиступенчатая коробка передач. Автомобиль установлена кнопка экстренного вызова. Также автомобиль имеет блокировку всех дифференциалов, сдельный климат-контроль сидений и с подогревом руля. Эти тачки кожаный салон с тремя рядом сидения. Самое лучшее, самое красивое – светодиодная оптика. Если вы хотите приобрести такой внедорожник, то стоит он всего лишь 3 миллиона 700 тысяч. А как его купить, пишите мне в личку. С вами была Катя Гар и Иван Омский.